Сегодня первый день выставки Mopic Russia 2020. С вами retail.ru. У нас в гостях Анастасия Воронина. Анастасия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы на 2020 и 2021 год? И в целом, чем занимаетесь? Я являюсь директором акционерного общества корпорация Green. На сегодняшний день мы представлены в 10 регионах. Основной бизнес у нас идет это продуктовый ритейл и торговые центры, крупные торговые центры. Самый основной, наверное, крупный проект, который мы запустили уже в этом году, это строительство в городе Брянске крупного торгового многофункционального комплекса площадью более 200 тысяч квадратных метров. Конечно, сейчас много сложностей в плане того, что мы все попали в такой исторический неблагоприятный момент. Много получилось каких-то... Как, кстати, вы выдержали этот коронавирусный удар? Что произошло? Может, какие-то изменения произошли в вашей организации? Ну, наверное, мы должны все понимать, что любой бизнес должен свои какие-то негативные моменты принимать, оценивать. Раз попали в такую ситуацию, выкручивались, это переговоры, разговоры с арендаторами. Приходится находить новые решения проблем. В целом, стараемся, не падаем духом. Благодарим вас за ответ. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами.